Всем привет, друзья! Начинаем наш прямой эфир из Астрахани, где сегодня гостит красноярский Енисей. Волгарь принимает красноярскую команду. И, в общем, если мы говорим о глобальном ведении борьбы за что-то серьезное, за высокие места, едва ли этот матч привлекает такое особое внимание. Но Астрахань — город южный, Волгарь, как вы знаете, ну, такой по традиции уже последних лет, если и играет в футбольной национальной лиге, то скорее ведет борьбу за выживание. Пожалуй, безусловно, на него и дальше стоит рассчитывать как на основного вратаря астраханского клуба. Я помню, что много за кого он уже играл. Вот еще одна попытка, и все-таки мяч влетает в ворота. Но мне кажется, неразбериха в обороне Волгаря здесь имела место еще какое. И Енисей, наверное, в первой своей такой полноценной атаке, потому что предыдущие прерывались различными стандартами. Посмотрите, что вытворяет. Пас от лицевой линии. Вступает здесь в игру Смирнов. Но отбивает мяч вот туда, на линию вратарской. И дальше уже на добивании преуспевает Никита Раздорский. Ну что, подача будет. Вот она, родимая. Пошла. Скидка на дальнюю штангу. Еще попытка пробить. А мяч в воротах, оказывается. Что ж с Волгарем такое происходит, а? 0-2 уже. Вот это как будто бы продолжение матча с Ахматом. Там играли три тайма, напомню. Вот сейчас, по сути дела, четвертый идет. И опять Волгарь пропускает. Но тут просто суматоха несусветная. Как здесь не удалось мяч под своим контролем держать, неизвестно, мне кажется, ни одному футболисту Волгаря. Через них можно делать игру команды еще более интересной. Енисей в обороне. Кичин там все-таки не успел подстраховать должным образом. Подача, удар! И берет этот мяч Михаил Опарин. И, по-моему, даже оставляет его в пределах поля. Нет, судья считает иначе. Угловой будет, пожалуй. Хотя Опарин здесь никому мяч не отдает. Еще разочек. Классная получилась атака вот с этим переводом. Ну что, пока Енисей явно лучше. Хотя Волгарь старался атаковать. Атаковать много. Седьмой Зотов — это те, кто помогает Окладникову. Удар, и мяч все-таки влетает в ворота. Вот так Волгарь начинает вторую половину матча. На центр показывает Иван Цараев. И Волгарь, да-да-да-да, счастливые лица. Ребят в белых футболках, как же буквально внесли мяч. Это очень напоминало ситуацию со вторым голом Енисея тогда еще на 13-й минуте. Евгений Морозов, первый официальный матч и мяч за Волгарь. Вот все настолько успешно. Но тоже это была подача углового, уже вторая подряд. Атака Волгаря, вот это опасно. Попытка передачи сделать, 2-2. Вот это матч. Вот это голы Волгаря. А еще говорят, что Волгарь — команда не забивающая. А, ну вот видите, легко как получилось-то, а? И опять давайте отметим Лесникову, который теперь уже на правом фланге, получив мяч, на входе в штрафную взял, в падении отпасовал на Стефановича. Опа! В одно касание, мягко под защитником, он даже не упал. Я сказал, что в падении, но все-таки он остался на своих двоих. Он продолжает здесь играть. Удар по воротам, гол, Зотов забивает. Это было очень красиво. Получил мяч, легко развернулся. И вот здесь как раз резкости движения хватило. Да, очень красивый гол. 3-2. Енисей, 72-я минута. Вот так вот. Один из самых результативных матчей этого тура. Вот все, что нужно Зотову в данном случае, это свобода. Посмотрите. Вот, Иванов откатил на Зотова, который своевременно выдвинулся вперед. Двойная замена практически с интервалом в несколько секунд. Коноплин сейчас играет как центральный нападающий. Удар поворотом, опасно как! Мне кажется, Смирнов не ожидал такого поворота. И видите, он как-то неловко вскинул руки и все-таки отбил мяч. Да, это было опасно. Очень красивый маневр с смещением назад. В этом сезоне играл Александр Киржакова в Нижнем Новгороде. Даже забил в одном из эпизодов. Удар! Вот здесь, конечно, Енисей должен был игру решать. Это Коноплин. Получил мяч. Ну, обрабатывал долго-недолго, это уже вопрос. Но, тем не менее, все равно он смог пробить поворотом. Так что у Енисея, возможно, тут появятся дополнительные козыри. Иванов. Вот уже и страсти накопились, и переливаются через край. Ну что, поздравим Енисей. Кажется, есть задатки у Красноярска для того, чтобы все-таки очень прилично смотреться в следующих турах. И, возможно, эту свою серию развивать.